Здравствуйте. Да на работу Лилю заменить нужно. А ты, кстати, неплохо выглядишь. Бодрая такая, не то что в последние дни. Помнишь, я тебе рассказывала, что бабки мне не должна поехать? Ну да. Вот я ездила, и она мне помогла. Может быть, просто нужно было хорошо выспаться? Кстати, бантик тебе идет. Ой, прости, я машинально надела. Смотри, в ванной лежит. И надела, извини. Да перестань, я тебе его дарю. Ладно, я побежала, до вечера, пока. Пока. Екатерина позвонила своему парню Андрею и пригласила его погулять. Он тоже работал посменно и с радостью отозвался на предложение Екатерины. Я люблю тебя.